Однако, здравствуйте! Сегодня буду готовить очень нежную куриную печенку в сливочном соусе. Печенку я помыла, но сейчас ее нужно обсушить от лишней влаги. Поэтому я ее кладу на бумажное полотенце и сверху ее тоже накрою кусочком бумажного полотенца, чтобы она полностью была сухая. Небольшое количество масла. Я опускаю печенку и обжариваю ее пару минут с каждой стороны, для того, чтобы она не была очень сухой. Но жарить я ее буду не сразу всю, а по частям. Сейчас самое время добавить специи, то есть соль и черный молотый перец. В чистую сковороду без масла я добавляю сливки. Будем их уваривать, пока они не загустеют. Сливки доводим до кипения и периодически их помешиваем, чтобы они у нас не пригорели. Вот смотрите, какие густые сливки получаются. Сейчас мы сюда добавим горчицу. Можете добавить лимонный сок немножечко, если вы хотите кислинки. Также сливки нужно посолить. И добавляем сюда чеснок. И в последнюю очередь добавляем рубленную зелень. Все хорошо перемешиваем. Сегодня я взяла куриную печенку, масло для жарки, сливки, соль, черный молотый перец, горчицу, чеснок и зелень. У меня петрушка. Спасибо, что сегодня готовили вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь к нам на канал. Делитесь нашими рецептами с вашими друзьями. Приятного аппетита!